В Аккорде прошло совещание с руководящим составом администрации президента. Глава государства поблагодарил Адильбека Джексибекова за работу в качестве руководителя администрации президента и на других государственных должностях. В ходе совещания в Аккорде Нурсултан Назарбаев особо отметил его вклад в становление и развитие государственности Казахстана. Астананың тұңғышы әкімі болды, көп берген тапсырмаларды орындап, әділ жұмыс істеді. Қазір арыз беріп, өзінің еркімінен жұмыстан босатуды сұрады, сондықтан бәріміз рахметімізді айтып, Әділбек Рыскелдинович, саған істеген жұмысың үшін, думаю, ты не будешь отрываться от коллектива этого, далеко в одном городе будем жить, и саған денсаулық, үлкен табыстар тілейміз от души. Все те годы, которые я работал с вами, это были лучшие годы моей жизни. Вы знаете мою преданность вам, знаете, что я всегда отдавал себя всей душой на всех должностях, на всех направлениях, куда вы меня направляли. И мои все мысли были связаны именно с работой, именно быть вашим помощником, вашим соратником и вместе с вами помогать вам именно в том, в великом деле, которое вы делаете как первый президент страны. Перед страной. Также глава государства представил участникам совещания нового руководителя администрации президента Асета Исекешева. Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на ключевой роли госоргана в дальнейшем обеспечении экономического роста и повышении благосостояния народа, а также обозначил основные приоритеты деятельности на предстоящий период. Новый руководитель администрации Исекешев Асет Валентаевич был моим помощником в качестве министра, вице-премьера, поработал за это время. И за последние 2,5 года в Астане заслужил хорошую оценку астанчан по своей работе. Он человек беспокойный, креативный, то, что нам сейчас нужно. За его акимство проведено Экспо-2017 с большой честью, обройменный отказок. 20-летие Астаны юбилей провели очень хорошо. И недавно на 6-й сессии парламента я поставил ряд приоритетных задач, которые стоят перед страной. Они сфокусированы на дальнейшем обеспечении экономического роста, улучшении благосостояния нашего народа. Перед аппаратом стоит кардинально новая задача обеспечить эффективную реализацию всех ранее принятых государственных программ, обеспечить контроль. И особо хочу подчеркнуть, что сейчас работа переходит на региональный уровень. Работу акиматов всех уровней надо контролировать, помогать и работать. Поэтому администрация президента играет сегодня ключевую роль, могу сказать. Я уверен, что Асет Валентаевич с этой работой справится, хотя для него это новое направление, большое направление работы. И он работал с коллективами молодых людей, болошаховцев, и нам надо обновлять в регионах и в центре, приводить молодых. Ну, не просто по возрасту молодых, но опытных, умеющих работать людей. Думаю, что он с этой работой справится. Ну и городом, Астаной будем вместе заниматься. Я постоянно занимаюсь, вы это хорошо знаете. Құрметті Сұлтан Абишұлы, сенім білдіргеніңізге үлкен рахмет. Артылған сенімді ақтауға бәрі күшінде саламын. Большое спасибо за доверие, за вашу поддержку. Я понимаю свою ответственность и приложу все силы, чтобы выполнить все поставленные задачи. Рахмет.